пришли на Сабантуй. Вообще каждый год ходит на этот праздник. Стараемся приезжать. Дождь не испортил настроение. Жители Абдрахманова и Тайсуганова отметили праздник плуга. Программу начали чуть позже из-за непогоды. Аграрии – главный герой Сабантуя. На Майдане наградили передовиков хозяйства Ярыш. Это одно из крупнейших предприятий района, которое обрабатывает около 4000 гектаров полей. Механизатор Вадим Федоров получил звание Кыр-Батыр и Барана. Организаторы сегодняшнего Сабантуя у нас односельчанин нашей деревни Шаат Фахладович Такаутдинову и семьям Заляевых Раиль Шамильевич, Сирин Шамильевич. Огромное спасибо им за такую хорошую организацию и за спонсорство данного мероприятия. Рядом в это время проходили скачки, захватывающие состязания, в котором приняли участие не только взрослые. Камиле Маликовой 17 лет, она ходит в конно-спортивную школу села Тайсуганово. Коня зовут Джаспер. Первая тренировка с ним у Камилы была 2 месяца назад. И вот результат, первая победа. Мы упорно трудились 2 месяца. Очень много работы было проделано, и это мои первые скачки. Я очень рада. Скачки на пони прошли и у детей. Эти болельщики пришли поддержать сразу 2 участников. Вы только ради скачек, у меня старший сын скачет и этот братишка. Еще одним захватывающим зрелищем стало состязание кокребагана, когда участник должен пройти до конца по наклоненному столбу. Победитель получал петуха. Вспомнили на Майдане и много других народных забав. Праздник продолжался до вечера. Маргарита Трегубенко, Эльнур Залятов, Новости Юго-Востока.